Доброго времени суток. Третья часть перевода ролика, который находится на канале Нагз Атажорт. Павлодарская, беспредел в Павлодарской области. Полиция занимается скотократством и беспределом. Так, вот на этом ролике отец и сын рассказывают свою историю о том, как они подверглись беспределу со стороны полицейских Павлодарской области. Итак, продолжаем. Перевод. Итак, находясь 10 дней в Алма-Ате, я не мог найти себе места, я находился в стрессовой ситуации и принял решение уехать в Китай. Я пересек границу и уехал к своему деду. Там, находясь среди родных и близких, получив от них совета, посоветовавшись с ними, успокоившись, приведя себя в порядок после всех этих событий, я принял решение, что я возвращаюсь в Казахстан. И он говорит, я, говорит, по совету деда и родных, я вернулся в Казахстан для того, чтобы себя обелить, чтобы доказать, что я ничего не крал, что все это было сделано против меня, что я не совершал никаких преступлений, ради этого я вернулся в Казахстан. Так тебя оттуда доставили, спрашивает журналист. Тебя арестовали, доставили? Нет, я вернулся сам, я приехал сам. Нет, меня никто не арестовывал, я сам приехал. Сам добрался, прошел границу, сам добрался в Казахстан. Журналист задает вопрос. Но теперь какие у вас планы? Что вы теперь намерены делать? Вот отец говорит, ну какие наши планы? Наши планы, чтобы сейчас сняли все обвинения, все наговоры на моего сына, обелить его честь, и чтобы все руководство полиции занялись этим вопросом и приняли меры. Ну и журналист спрашивает, когда вы теперь решили вернуться в свой аул? Дело в том, что мы боимся возвращать своего сына к себе в аул. Почему? Потому что постоянно курсируют какие-то незнакомые машины возле нашего дома. Особенно по вечерам. Кто-то сидит и дежурит в этих машинах. И мы боимся за своего сына. Вот теперь в данный момент, так как мы беспокоимся за своего сына, будем здесь несколько еще дней,
потому что нам нужно работать с адвокатами, с юристами. Журналист спрашивает, вот у молодого человека, вы как думаете, вот те люди, которые были в джипе, значит, они причастны к этому, они получили какую-то информацию, они знают то, что могли знать только полицейские. Как вы думаете, откуда они знают всю эту информацию? Причем тут они? И молодой человек отвечает. Молодой человек говорит, что те, которые были в джипе, это не полицейские. А отец добавляет. Это уже должны разбираться, вот отец говорит, что это уже должны разбираться полицейские. Откуда у них утечка информации? Почему люди знают эту информацию? Пусть они разбираются, кто это люди. Я вообще думаю, что они все заодно, все вместе с полицией все это организовывают. Вот смотрите, говорит, почему я так утверждаю, что они все вместе, все заодно? Потому что сам начальник РОВД приехал отбирать скот. При этом сельчане говорят, вы что, куда вы уводите мой скот? Это мой скот, я его дал, предоставил, чтобы его пасли, чтобы за ним ухаживали. В общем, при этом полицейским наплевать на слова сельчан, которые там находились. И здесь говорит он, отец говорит, вот другой сельчанин пришел и говорит, это же мои бараны, это мои бараны, и я их предоставил, чтобы вот этот молодой человек пас. И отец говорит, так что получается, любой в погонах может прийти ко мне в дом и все что угодно, сноху забрать, скот забрать, это ворованное и просто забрать. Любой человек так может сделать, что ли, под, как сказать, под прикрытием полицейских. Видео, если жіберетін болсаңыз, болған жағдайды біз әрқашан ақпараттық көмек көрсетеміз сіздерге. Иә, және айтар кетерім, осы Таңжарық балам қашан ақталып халықтың алдына шығып, міне ақ екен. Журналист говорит, ну что ж, хорошо, мы всегда готовы вам оказать информационную поддержку. Если у вас будет какая-то информация, мы всегда готовы разместить у себя на канале. И сын, значит, по поводу сына, отец говорит, вот до тех пор, пока полностью не оправдают моего сына и не обелят его, вот это видео, мое обращение, я до тех пор, как бы, будет размещено, пока полностью моего сына согласно законодательству, полностью, пока его не оправдают, это вот будет постоянно в эфире.
Осы жаным бойымда болады екен видео арызым қашан ақталғанша сол елде бізді ақ деп шығарғанша тоқтатпаймын. Жақсы онда бізде сіздің арқасында ақпараттық көмек беруге дайынбыз. Иә. Жақсылықтарда, жақсы күндерде кездесейік. Жақсы. Теперь они попрощались, и теперь я хочу сделать небольшой комментарий от себя. Я сделала перевод этого ролика именно для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, потому что это огромная проблема, когда полицейские, вот как на примере Талгара, сейчас почему вот это все актуально? Вот 12 числа, 12 октября было, этот ролик был опубликован. Почему это важно сейчас именно на русском языке? Для того, чтобы был больше охват. Больше охват. Это хорошо, вот этот молодой человек быстренько сообразил, быстренько уехал. Уехал за границу, у него было куда уехать. Да? Собраться с мыслями, себя обезопасить. А так... Действительно, действительно, очень опасно. Даже, вот даже не представляешь, думаешь, вот попал бы он в РОВД, вот как в Кантаре. Убивали людей в этом РОВД, избивали, пытали. Вот такая же ситуация вполне могла быть. Спасибо всем за внимание. Кто желает, пожалуйста, пересылайте эту информацию.